Дорогие друзья, меня зовут Святослав Ханенко, и с 27 по 28 сентября 2019 года мы проведем первый фестиваль биохакинга в Украине. Биохакинг – это подход комплексного управления здоровьем, который зародился 10 лет назад в Силиконовой долине для управления продуктивностью во всех сферах жизни. Биохакинг – это молодое направление, которое только-только формируется, и в том числе нашими руками. Ценность биохакинга заключается в том, что это движение изначально зародилось от самого человека, не от врачей для других людей, а от самого человека для себя. Биохакинг – это не взлом биологии. Невозможно взломать научное направление. Биохакинг – это системное, измеряемое управление здоровьем на основе доказательной медицины и инновационных методов. Вживление чипов не является обязательным обстоятельством, чтобы назвать человека биохакером. Технологичные импланты могут использоваться, могут не использоваться. Главное, с какой целью и с какой результативностью это делается. Безответственная стимуляция организма ноотропами или прием метформина не делает человека биохакером. Настоящий биохакинг мониторит как краткосрочные, так и долгосрочные результаты. И если решение несет в себе отдаленные негативные последствия, то такое решение принято быть не может. Друзья, у меня есть одна неприятная новость. Волшебные таблетки или волшебного укола, который кардинально продлит жизнь с помощью одного приема, в ближайшее время не предвидится. Геном взрослого человека еще не научились взламывать и навряд ли научатся в ближайшее время. Да это и нецелесообразно. Существует стереотип о том, что биохакингом можно и нужно заниматься только при отсутствии болезни. Друзья, хотел бы вас в очередной раз расстроить, та или иная болезнь есть у каждого из нас, но своим здоровьем нужно заниматься всегда и непрерывно. И этим занимается биохакинг. Из-за инновационности подхода биохакинга у многих людей складывается ошибочное мнение, что связан он с нетрадиционной медициной. Но биохакинг базируется на доказательной медицине, практическом опыте и здравом смысле. Друзья, для жизни опасны безответственные эксперименты. Биохакинг – это в первую очередь ответственность, измеряемость и системность. Биохакинг является полной противоположностью безответственности. Там, где есть достаточное количество данных, где есть конкретные измеряемые цели и четкий план, не остается места для безответственности. Хотел бы более детально раскрыть идею сверхчеловека, как мы ее видим. Сверхчеловек в нашем понимании – это не одинокий мужчина с раздвоением личности и в забавном костюмчике. Сверхчеловек – это новая прорывная версия каждого из вас. И для каждого из вас она уникальна. Мы хотим вдохновить вас идеей вашей личной версии сверхчеловека. Каждый сброшенный лишний килограмм веса, выученных несколько слов иностранного языка, помощь другим людям приближают эту версию и создают ее каждый день.